лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Издревле русская земля святых видала, она рождала их в веках не так уж мало. С тех пор, как крылья обрела любви Христовой и чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь ты, любя других. В России прошлой, что была уж на закате, священник Божий Иоанн служил в Кронштадте, всю жизнь свою до капли Господу отдавшим, и людям от Христа в грехи отпавшим. Нет ничего на свете душ людских дороже, сквозь мрак греха из них сияет образ Божий. Он помогал им встать из нищеты, других любя себя спасаешь ты. В любви всегда живут блаженство и отрада, любить же любящих какая в том награда. И пастырь Божий возлюбил больных и грешных, в огне страстей дотла душою обгоревших, и ненавидевших его, и злотворящих, и духом многие года мертвецки спящих, о них молясь и плача, и скорбя. Себя спасаешь ты, других любя. И нам апостол возвестил светло и строго: кто любит брата своего, тот любит Бога. Его терпя, ему служа, себя смиряя, недалеко душою будешь ты от рая. Так поступал великий пастырь из Кронштадта, служил Творцу, служа чем мог, сестре и брату. Пусть жизнь его примером станет для тебя, и ты себя спасай, других любя. Так поступал великий пастырь из Кронштадта, служил Творцу, служа чем мог, сестре и брату. Пусть жизнь его примером станет для меня, и ты себя спасай, других любя. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях настоятель Свято-Сретенского храма села Сулимовка Киевской области протоиерей Сергий Киселев. Здравствуйте. Отец Сергий, мы с вами не виделись уже некоторое время. Вот, что вас побудило приехать в Петербург, ну и вообще в наши края? Да, мы всегда испытываем великую радость, когда приезжаем в ваш город. А нынче особенная радость, потому что мы приехали по благословению нашего блаженнейшего митрополита Ануфрия на торжества, связанные с 25-летием канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского, предел которого существует в нашем храме с 90-го года, первый в Украине появился. Вот, и поэтому мы с радостью приехали на это великое торжество. Побывали в Суре, на родине святого Иоанна, на малой родине, вот, в Кронштадте. Был крестный ход, который начался
значит, от Владимирского собора, вернее, от Иоанновского монастыря, потом Кронштадт, потом, значит, на поезде в Суру, вот мы ехали. И вот там он завершился. Там совершили литургию праздничную. А сколько там было вообще вот, человек, сколько народу было, сколько священников? Да, вы знаете, там было со всего мира, из 23 стран мира, 220 священников. Ну и мирян там было в общей сложности 220 священников и около 100, наверное, мирян или больше чуть. Около 350 человек примерно всего. Вот. И был из Австралии священник отец Михаил, из Америки, из Пакистана, из Чили. Вот мы с Украины были. Вот в разные, из разных концов России были люди. Получается, все любят батюшку Иоанна, да? Да, да. Именно те были. А кто... вы когда называли его? Кто назвал в вашем храме предел? Он был пристроен или он... Я расскажу вам, как это было. Я рукополагался как раз вот в 90-м году и приехал служить в свой храм вот, перед зимой, ну, осенью это было. И, значит, построил там теплый предел, потому что у нас храм холодный и довольно сильно пострадавший. Мы его уже 25 лет пытаемся реставрировать и потихонечку это делаем. Вот, и сделали боковой предел зимний, где можно было бы крестить, венчать, служить в зимнее время. Там у нас печка была. Вот. И духовный мой отец, протоиерей Михаил Макеев, сказал, ну ты, конечно же, сделаешь его в честь преподобного Сергия Радонежского. А я говорю, батюшка, ну вы знаете, в Сергии много есть храмов, а вот сейчас недавно буквально канонизировали святого праведного Иоанна Кронштадтского, давайте в честь его. Он говорит, ну ты все время идешь наперекор. Говорит, ну пускай, ладно уже, пускай будет по-твоему. И так вот благословил. Вот, и я с радостью вот, мы этот предел созидали. Потом получили благословение блаженнейшего Владимира. Вот, и осветили этот предел. Господи, отец Сергий, а вот гитара как появилась в вашей жизни? Да, гитара, она параллельно. И еще вопрос да, параллельный. Да. Как она помогает вам в вашем служении, в строительстве? Вот. Вы знаете, помогает, да. Да. Как она появилась? Потому что у меня та же ситуация, храм. Вы же тоже гитарист. При помощи гитары устанавливаю храм. Да, это удивительно, да. Ну, так. Вы знаете, мы тоже вот с Надеждой Ивановной, с моей помощницей, значит, начинали вместе. У нас был тогда храм в плачевном совершенно состоянии. Вот это было где-то лет 12 или 13 назад. Служу я вообще в этом храме 25 лет, вот в этом году. Кстати, у меня тоже у отца Иоанна канонизации 25 лет. Вот нашему открытию храма 25 лет, и служению моему там 25 лет. Тоже такая юбилей. Юбилей. Вот, и песни я начал петь как? Ну, вернусь немножко, как я начал петь. Да. И потом уже, как помогла песня мне восстановить храм. Значит, пел я с детства, увлекался Владимиром Высоцким. Вот, и буквально с 4-5 класса его песни слушал. Захотелось мне их спеть. Купили мне, короче, гитару, потихоньку я научился, значит, играть, брынкать. И думал, ну когда же я уже спою, значит, как Высоцкий. Подобрал песню «Холода в холода». Там меня учитель мой подобрал. И записал ее на магнитофон, когда никого не было дома, чтобы послушать. Когда я себя услышал, я впал в уныние. Понял, что песня мне никогда не петь, как Высоцкий. Вот. А потом постепенно все-таки я начал петь. Мы ходили там в походы с гитарой, собирались компаниями в домах там, на день рождения и на Новый год, и играл я все-таки. Не петь не мог. Да, не петь я не мог, я все равно пел, и постепенно голос развивался. Вот. И когда я уже стал священником позже, я тоже учился, мне ставили голос. Вот. Но худо-бедно научился я петь. Вот. И вот так вот гитара, она мне помогала в те годы, ну, увлекала такой философской, лирической песней. Вот. Туристские песни там разные были, но многие такие мирские. Вот. А потом, когда я пришел к вере, мне было 25 лет, я крестился. Это был такой путь мой тоже к вере, довольно своеобразный. Вот. Но гитара пошла за мной в новую жизнь. Она как бы... Как она пошла? Я начал то, что переживал в это время на пути к вере. Вот, писать и выражать в своих песнях, в стихах. А потом я их спел. Вот, и получились вот такие вот песни. И они потом составили сборник «Красота истины и убожество души». Это был самый первый. Как откровения какие-то, да? Да, такие вот. То есть то, что мне, вот я как я шел к Богу, и как оно мне все открывалось постепенно, это все я изливал в своих... И покаянные там были мотивы. Вот. И вот так гитара перешла со мной в новую жизнь. Хотя сначала я считал, что на гитаре играть – это грех.
и продал свою гитару, чтобы не соблазняться больше, как только к вере пришел. Да, и все, гитара же больше нельзя мне. И потом у кого-то был день рождения, пошел в гости, а там гитара. Посидели, пообщались, ну, я не выдержал, сыграл пару песен Высоцкого. На утро я встал, побежал в монастырь Покровский к отцу Федору исповедоваться. Говорю: отец Федор, вот я опять вчера не выдержал, вот соблазнился, мирские песни пел. Он говорит: а ты пой духовные. Я говорю: а какие духовные? Да вот тебе возьми отца Романа Матюшина. Угу. И дал мне две кассеты. Я как пришел, послушал эти замечательные песни, вот, и плакал, и, в общем, они мне очень нравились. И так вот я начал вот двигаться вот в этом направлении. Спасибо, Господи. Вот. А со строительством храма, да, как, ну, сначала я пел, конечно, для друзей, просто понятно, нигде там, ни в церкви, нигде. А потом меня куда-то пригласили, то ли в училище, то ли в больницу первый раз, не помню, куда-то. Вы не могли бы там спеть что-нибудь нам и рассказать людям о Боге? Я говорю: ну что ж, могу. Давайте, приходите. Раз я пришел, потом куда-то еще меня призвали. Так постепенно оно началось. Так и не заметил? Не заметил, да. Гитара стала постоянно спутницей. Да, вы знаете, да. Я понял, что главная цель, понимаете, гитара там или что, песня, стих, главное, что в нем, в этом песне, в этом стихе, что оно несет и для чего оно пишется, понимаете. Вот. Некоторые говорят, что это такое, священник с гитарой, такого не может быть, это, значит, не годится. Вот. А я как-то помню, в Питере, кстати, был какой-то у нас эфир, и позвонил человек, радиоэфир был, позвонил человек и сказал: вот вы, отец Сергий, знаете, поете песни, но вы священник, я поэтому песни ваши слушать не буду, потому что вы священник, должны слушать литургию. А если вы были Сергий Киселев, вот тогда бы я слушал ваши песни. Но на это можно только одно ответить, что Сергий Киселев таких песен не написал бы никогда. Их смог написать только отец Сергий Киселев. Почему? Потому что та благодать, которая дается нам для служения, для познания истин духовных, священного писания, творения святых отцов, только она нам дает эту силу написать такие вот проникновенные. Царь Давид. Да. Вот пример-то, да? Да, Псалтирь – это такая книга богодухновенная, чудесная. Псалтирь – это же гитара. Да, это тоже струнный инструмент. Да. Вот тебе образ. Да, и вот вы знаете, отец Анатолий, храм нуждался в очень большом ремонте. Там было зернохранилище. В общем, вода текла в него, крыша была повреждена, несущие колонны пострадали. Очень большие нужны были деньги, большие работы, а взять их было совершенно негде. Вот. Находил бригады, которые брались за крышу. Называли они цену астрономическую, 25 тысяч долларов. Вот. Об этом даже нельзя было даже мыслить. Ну, думаю, ну что же делать. И вот встретились мы с рабой Божьей Надеждой. Вот. В храме, кстати, на концерте. Она тоже пришла на этот концерт впервые. Ну, это не концерт, наверное, да? Это, наверное, духовная встреча такая. Mm-hmm. Это было 8 марта, и батюшка, отец Александр Белокур, значит, чтобы не праздновать по-мирски, значит, он решил духовный праздник сделать такой. Mm-hmm. И пригласил меня, и в храме я пел. И вот мы потом с Надеждой подружились, и эти песни понравились очень. Она воодушевилась этим. Вот, и узнала про наш храм и говорит: значит, вот вы знаете, отец Сергий, у меня много есть, она работает там в фирме тоже одной, говорит, у меня много есть богатых людей, которые имеют деньги. Вот мы сейчас с вами давайте напишем письма. Вот, и разошлем их этим людям. Я уверена, они дадут деньги, мы сделаем вашу церковь. Мы написали, наверное, 100 или 200 писем, я уже не помню точно, сколько мы написали. Значит, просим помочь там туда-сюда. Вот. Ни один человек не дал ни копейки. Одна ее родственница дала, по-моему, 200 или 300 гривен, я уже не помню. И я был просто в шоке от того, что тогда делать. Если... Вот. И мы тогда просто делали концерты, приглашали людей. Нас вот в Одессу мы вместе поехали, в другие города и веси. И мы не брали деньги за концерты, а просто я выходил в конце и говорил: мы делаем храм, дорогие братья и сестры, кто имеет возможность, вот помогите. И вы знаете, совершались такие чудеса, люди подходили, старушки пенсии все отдавали. Даже мне страшно было брать, потому что нет, батюшка, берите все на храм. И бригада, которая нашлась потом тоже по промыслу Божьему, сделала за лето всю крышу.
обошлось оно больше, чем 25 тысяч долларов оказалось. Там, когда сняли, там стропила оказались гнилые, там масса была еще дополнительных затрат. Вот. Но мы за все лето сделали крышу. Но это не все деньги я заработал, конечно. Нет, это невозможно было. Многие другие люди помогали. Но они приходили неожиданно совершенно. Там какой-то... Господь помогал. Да, помогал Господь, людей, конечно же, да. Вот. И вот таким вот образом нашлись и добрые люди, и наши какие-то лепты были. И мы сделали всю крышу. Она не течет ни в одном месте до сих пор. Вот такая была. Да. Вот. Но вот, такая деятельность концертная, она не концертная, а как бы миссионерская, духовническая, она осталась, потому что люди приглашают. Как-то когда я первый такой диск, или вернее кассету записал, и думал, ну записал, ну и хорошо, и все. А когда через некоторое время люди спрашивают, а когда второй выйдет, значит, кассета вторая? Я говорю, да, вторая не выйдет, потому что стихов больше нет. Как нет? Так а мы же ждем вторую кассету. И вот так пошло уже. Спойте еще что-нибудь. Да. И мы, значит, побольше песен было в нашей передаче. Да, вот песня, которую я хочу сейчас показать, называется «Монахи». Это краткая история этой песни такая. Наши украинские кинематографисты, духовные, решили снимать песню о монашестве, о монастырях и фильм, песню. Ой, я оговорился, да, простите. Да, фильм. И обратились ко мне, чтобы я написал песню о монахах. Вот. И с Божьей помощью я ее написал, а фильм почему-то не состоялся. Ну, видно, это или денег не было, или что. Песня осталась. Вот эту песню я хочу вам показать, поделиться с вами этим. А молиться за мир и печалиться, все земное оставив как прах. Этот бой на земле начинается, а кончится лишь в небесах. Не пустеют святые обители, молодые в монахи идут. Падших душ и святынь возродители, взяв на плечи пожизненный труд. Не пустеют святые обители, молодые в монахи идут. Падших душ и святынь возродители, взяв на плечи пожизненный труд. Как солдаты на службу Отечеству, они молча идут на войну. За себя и за все человечество отодвинуть греховную тьму. Поле битвы ведь в сердце у каждого, кто воссядет там, Бог или бес. И сражаются души отважные и несут свой спасительный крест. Поле битвы ведь в сердце у каждого, кто воссядет там, Бог или бес. И сражаются души отважные и несут свой спасительный крест. Они в мире являются солью, хоть из мира ушли в монастырь, но молитвой своей и любовью обнимают весь гибнущий мир. И поэтому жизнь продолжается, Бог планету несет на руках. Чтоб по небу мы стали печалиться, все земное оставив как прах. И поэтому жизнь продолжается, и Господь нас несет на руках. Этот бой на земле начинается, а кончится на небесах. Вечный бой, покой нам только снится. Да, в этой жизни только бой. Да, это бокс постоянный. Такой, да, не знаешь, бокс. Когда тебе стукнут в следующий, да, раз. Враг не дремлет. Да, да, да. Ну и Бог враг не дремлет. Рода человеческого. Да. Мы, конечно, дремлем порой, а вот Бог не дремлет и воздвигает нас порой на правые дела. Ну и песни помогают, да, этому
Да, вы знаете, и... Как песня... рождаются ваши песни, вот интересно, да, в последнее время? Вот. Вы знаете, вот вы правильно сказали, батюшка, что песни рождаются, они не пишутся. Их нельзя вот... Я решил написать песню про там... Покаяние. Про что-то там, да, такое, про покаяние. Вот. Это помню я точно из армии, когда я служил в армии на Дальнем Востоке. Вот. Я там тоже писал стихи. И подошел ко мне старший лейтенант Михайлов, замполит роты, и говорит: «Слушай, Кислев, я слышал, ты песни сочиняешь, стихи сочиняешь?» Я говорю: «Да, ну, бывает, пишу». «Слушай, давай-ка ты будешь нашим батальонным поэтом, хочешь?» Я говорю: «Ух, так, конечно, интересно, батальонный поэт. А мы тебя в «Красной звезде» напечатаем». Я говорю: «Ну, это вообще будет здорово». Вот так. И поэтому вот первый тебе заказ: напиши стих про строевую подготовку. Ой, вы знаете, я сутками несколько думал, ходил, писал, черкал. Я, отец Анатолий, ничего не дописал вообще, понимаете? И потом пришел к нему, говорю: «Товарищ старший лейтенант, я отказываюсь быть батальонным поэтом. Я не могу ничего написать на эту тему». Но не идет, понимаете, не идет. Так вот, песни рождаются. От чего они рождаются? От того, что что-то мучит человека, какая-то мысль его, какие-то проблемы и в нем самом, и в мире, какая-то боль, какая-то радость. Вот. И ведь вдохновение тоже оно разное бывает. Бывает от Бога, когда Бог капнет благодать. И сразу раз душа встрепенется и начинает, открывается перед ней вот эта вот тема какая-то. Покаянная, например. И ты начинаешь об этом писать. Есть, конечно, духовность и с отрицательным знаком. И такой музыки очень много и сейчас в мире, и было. Вот, к сожалению. Об этом тоже хотелось бы поговорить. Да, это особая тема, да. Мы ее тоже, может быть, да. И вот песня рождается, она вынашивается, как вот плод вынашивает женщина в чреве своем. Он там растет, созревает, и она терпит тяжести, и там тошнит ее, что-то еще, скорби терпит. И потом только, когда рождается в мир человек, плод рождается этот, она радость испытывает, потому что вот родился. Вот так же и у поэта, наверное. Вот. И вот зародилась тема, мысль такая. Вот пример я приведу. Вот это вот диск, который мы приехали презентовать к вам. Угу. Вот. Он называется, он по счету 11-й уже вышел. Вот. Он называется «Терпящие друг друга любовью». Ну, по-русски «Терпите друг друга любовью». Это слова апостола Павла. Как это родилось? Я служил литургию несколько лет назад, и во время апостольского чтения я совершал каждение в храме. И вот читает чтец послание, не помню уже, другие слова не помню, но кончалось оно такими словами: «Терпящие друг друга любовью». И эти слова как стрелой пронзили мне душу. Я тут же зашел в алтарь, быстренько повесил кадило и взял, написал эти слова на бумажечку, чтобы не забыть. И я пришел домой и сразу же написал песню. Вот. Это один из тех случаев, когда песня сразу пишется. А так она обычно долго пишется. Да, отец Сергей, у нас время первой передачи подошло к концу, но это даже интересно, потому что саму песню можно услышать в следующей передаче. Тот, кто будет ее смотреть, услышит ее через неделю. Хорошо. Да. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» заканчивается. С нами был протоиерей Сергий Киселев из Киевской области. Божьей вам помощи, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи.